Всем привет! Сегодня я покажу необычный рецепт приготовления глинтвейна. Он отлично подходит для зимы, быстро согревает и создает праздничное настроение. Все ингредиенты и сам рецепт мне прислали вот в такой коробочке с сайта Chef Market. Ссылка есть в описании под этим видео. Итак, нам понадобится 2 бутылки пива «Козел Темное». Мне прислали именно это пиво, так как данный рецепт родом из чешской деревушки Велки Поповицы. Плюс еще сейчас на сайте Chef Market идет неделя специального чешского меню. Все подробности можно узнать по ссылке в описании. Еще понадобится лимон, апельсин, мед, палочка корицы, кусочек свежего имбиря, кардамон, гвоздика и измельченный мускатный орех. Для начала нужно срезать цедру с лимона. Такого количества будет достаточно. Апельсин разрезаем пополам. Одну половинку оставим для украшения, другую порежем кружочками. От себя я еще решил добавить к этому рецепту мелко нарезанные кусочки апельсина. Наливаем в сотейник 700 мл пива. Это одна пол-литровая бутылка и еще чуть меньше половины второй бутылки. Ставим сотейник на средний огонь. Как только начинают идти первые пузырьки, выключаем огонь, не доводя до кипения. Добавляем в пиво все ингредиенты. И немного кусочков апельсина. Опять ставим на средний огонь, немного перемешаем, и как только начнут появляться первые пузырьки, выключаем огонь, не доводя до кипения. Процеживаем напиток через сито. Добавляем 5 чайных ложек меда и хорошо перемешиваем. Переливаем жидкость в стакан и украшаем долькой апельсина. Ну а сейчас я попробую его на вкус. Тепленький такой, даже немножко горячий. И сразу чувствуется, как пошло тепло по всему телу, оно так вот распространяется. Но вкус получился очень уникально мягкий. Он немножко сладковатый. И чувствуется очень тонкий аромат специй, который тут присутствует. В общем, по 5-бальной шкале я бы поставил такому глинтвейну 5. Ну а вы тоже попробуйте и напишите в комментарии, какую бы оценку вы поставили такому рецепту. Я буду его пить дальше. Друзья, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. А также обязательно обратите внимание на самые интересные плейлисты на моем канале. Это вкусные рецепты и интересные опыты.